Ростовские! Оно всех заворот! Чисто доброй вести вы прибегли. Чи погулять? Погулять! Погулять, себя показать, да? А вам загадочка. Вначале. Какой у казаков, у донских и у всех остальных самый главный зимний праздник? Рождество. Новый год! Рождество! 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 Вот именно, начинаем мы праздновать Рождество Христово в первую очередь. И пошли у нас святки, Старый Новый год, Василий вечер. И заканчиваем крещением. Вот такие у нас порядки. Ну как сказать. Да. Так что имейте в виду, казаки постятся до 7 числа. Так уже прошло. Конечно, а теперь гулять можно. Разрешаю. Пока.